В подвале 32-го дома по проспекту Таукихана меняют задвижки и старые трубы. В Альфа-Арабийском районе Шымкента началась опрессовка. Из 665 домов договор с 7 коммунальными предприятиями заключили горожане 392 многоэтажек. Получается, что пока чуть больше половины жителей этого района в холодный период точно не замерзнут. В доме номер 32 мы должны заменить 4 задвижки. На элеваторном узле 4, 8 на лежаках. После замены изношенных труб мы приступим к опрессовке. Если возникнут проблемы, то мы их устраним, согласно составленного договора между жителями этого дома. Работу примут жители, да и весь год мы будем обслуживать его. Согласно договору, коммунальщики не только проведут опрессовку, но и будут обслуживать теплосистему дома в течение всего отопительного сезона. К примеру, жители частного сектора всегда готовятся к зиме летом, проводят проверку дымоходов, меняют старые радиаторы, если необходимо, делают запасы твердого и жидкого топлива. А вот большинство жителей многоэтажек привыкли, что все эти работы за них сделают другие. А потом, когда наступают холода, оббивают пороги всех инстанций. Давно пора понять, что жители многоэтажек сами хозяева и должны ответственно подойти к подготовке дома к отопительному сезону. Мы сейчас проводим среди населения разъяснительную работу, хотим донести это до них. Жители дома номер 32 уверяют, что все их беды в холодные дни закончились после заключения договора с департаментом спецкомплекс-сервис. Сотрудники занимаются как подготовкой дома к отопительному сезону, так и благоустройством дворов. 2 года назад заключили договор со спецкомплектом. Мы очень довольны. Они еженедельно приезжают, убирают в подъезде, во дворе прибирают. Нормально. Кроме того, коммунальщики раз в неделю убирают в подъезде. Если необходимо, косят траву во дворе. Подъезды жуамыз, даланы тазалаймыз, өтінерім. Мы просим жителей содержать чистоту, ценить наш труд. А то приходим убирать, за неделю двор полон мусора, да и в подъезде успевают насорить. Вы же люди, постарайтесь ценить труд других. Если коммунальным службам удастся достучаться до сознания шымкентцев, а именно содержать в чистоте не только дворы, но и активно подключиться к опрессовке домов, то многих сложностей можно будет в дальнейшем избежать. Шанар Уразова, Ильдар Жунусканов, Константин Кавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».